касается взрыва, у нас дважды взрывало, я имею в виду два Майдана, тогда, когда ситуация не выглядела взрывоопасной, когда уровень протестных настроений был не самый высокий. И вот действительно, что тогда срабатывало? Недовольство властью, как и сейчас, но при этом была позитивная альтернатива. Да, было доверие оппозиции тогда на уровне около 50%. А сейчас ни один политик не имеет уровня доверия даже 30%. Ни один политический лидер. Ни одна политическая сила не имеет рейтинг даже в 20%. Все размазано вот по, там, в лучшем случае, там около 10+ процентах. Да, и вот это главная, может быть, проблема, которая, кстати, объясняет, почему не взрывается. Тотальное недоверие всем. Что касается недоверия. На самом деле тут нет ничего нового. Одна из наших национальных особенностей в том, что даже социологи так говорят. Сначала очаровываться, а затем разочаровываться? Это тоже, качели, да. Качели эмоциональные. Мы сначала очаровываемся, а потом разочаровываемся. У всех президентов без исключения уже в первый год после победы на президентских выборах рейтинг падал в два раза. У всех. Но недоверие институтам. Вот. Украинцы никому не доверяют. Социологи говорят, давно, еще до нынешней власти и до Януковича, украинцы недоверчивые нации. Это проблема, между прочим. Но так или иначе, фактор недоверия – это вызов власти. Поэтому в будущем году власти надо будет на это реагировать. И последний тезис. На самом деле, на мой взгляд, главная проблема и риск будет не столько внутри страны. Действительно, тут ситуация очень сложная, взрывоопасная, рисков масса. Я согласен с Вадимом, могут быть вот такие локальные взрывы. Да, но внешняя ситуация будет гораздо хуже, более хаотичная, более сумбурная. И риски могут приходить извне. Вот в этом опасность.